Сильнейшие кудаисты Дальнего Востока, победители региональных чемпионатов, приехали во Владивосток, чтобы побороться за путевки на первенство России. За день до старта поединков спортсмены проходят взвешивание. И традиционно самая жесткая конкуренция ожидает участников в категориях 230 и 240 единиц. Стимул, то что поехать на Россию, первое место бесплатно едет на Россию. Мне всегда поддерживают друзья, они мне помогают перед боями, поддерживают меня. Я выхожу на татами и дерусь. Забываю про все. Главными соперниками кудаистов Приморского края станут представители Хабаровска и Сахалина. Хозяевам придется доказать. Не зря наша школа кудо считается одной из сильнейших в стране, а ее воспитанники составляют основу национальной сборной. И так как мы не видели, как они за год готовились, тренировались, будет интересно, опять же, посмотреть, насколько вырос их уровень на фоне нашего, насколько мы не отстали от своего же уровня и продолжаем занимать лидирующие положение в дальневосточном регионе. Победителей и призеров открытого первенства и чемпионата Дальнего Востока по кудо определят среди юношей и девушек, юниоров, мужчин с 18 и старше, а также в абсолютной категории среди женщин. Начало поединков в 10 часов утра. Марина Семенко, Дмитрий Сухоруков, Новый Спорт на 8.